Еще одно имя, которым назван Иисус Христос и которое может относиться только к Богу, это имя Сын Божий, и нам необходимо обсудить значение этого имени. И сам Иисус, как записано в Евангелии от Иоанна 5:18, говорил о том, что Его Отец — это Бог, делая себя при этом равным Богу. В противовес этому Сыном Божьим называется Израиль. Вы помните, что повелел Господь Моисею: «Иди, пойти к фараону и скажи ему, что Израиль мой сын, отпусти его». Что ж, Моисей пошел и сказал все это. Но Израиль не был сыном Бога в том смысле, в каком был Иисус. Никто не считал, что если называть Израиль сыном Бога, тем самым Израилю приписывается статус божественности. И если бы подразумевалось именно это, то иудеи сочли бы это богохульством, потому что весь Ветхий Завет учил их о том, что Бог един, и это их Бог Яхве. И любой другой, кроме Бога, кто претендовал бы на божественность, совершал тем самым богохульство. И вот вы можете здесь прочитать далее. Израиль, вероятнее всего, воспринимался как истинный сын в более глубоком смысле своего единственного подлинного представителя. То есть не в таком смысле, как понимается Иисус Христос. И вот интересно отметить, Осия 11:1, в этой главе книги пророка Осии, Бог говорит о своей любви к Израилю, и он вспоминает историю своих отношений с этим народом, и он говорит: «Из Египта я вызвал сына моего». И это, конечно, указание на исход из Египта. Что ж, когда вы переходите к Евангелию от Матфея, Матфея 2:15, то там вы уже читаете повествование о том, как Иосиф с Марией и Иисусом были вынуждены бежать из Палестины в Египет, так как Ирод решил убить всех младенцев до 3 лет от роду. И после того, как Ирод умирает, вы помните, что было божественное откровение Иосифу и Марии, чтобы они возвратились обратно в Палестину. И вот в Матфея 2:15 цитируется стих из Осии 11:1, и подразумевается, что возвращение Христа есть исполнение этого пророчества: «Из Египта вызвал я сына моего». Что ж, я думаю, легко найдется тот, кто скажет: это лишь показывает, что Матфей толком не знает содержание книги пророка Осии. Он все перепутал. Но так как мы с вами верим, что написанное им — это божественное откровение, то гораздо более вероятнее то, что Матфей прекрасно понимает то, что он пишет. И он осознанно берет текст, который ссылается на исход из Египта, на некое историческое событие, и применяет его уже к жизни Иисуса Христа, к тому, что происходило в тот момент, и в результате говорит: «Да, Израиль — это Божий Сын, но Иисус — это также Божий Сын». И есть определенная связь между первым событием, когда Божий Сын был призван из Египта, и это исход, и вторым событием, когда также Божий Сын был призван из Египта. Но во втором случае речь идет о том, кто наделен божественной природой. Что ж, идем далее. Иоанна 10:33-36. Это тот текст, который, я думаю, вы хорошо знаете, если вы проходили со мной курс «Теология 1».
Это тот текст, в котором Иисус приравнивает себя к Богу. И его слушатели иудеи прекрасно понимают, что именно это он и делает, когда говорит, что «Я и Отец одно». Они понимают, что он претендует на божественность и обвиняют его в богохульстве. И затем, вот в этих стихах с 33 по 36, Иисус отвечает им на обвинение в богохульстве. И вот что он делает. Он цитирует из 81-го псалма, особенно 6 стих, в котором говорится о земных судьях, которые при этом называются богами. И если вы прочитаете этот псалом до конца, то вы увидите, что эти земные судьи были нечестивыми. И Христос говорит, по сути, следующее. Посмотрите, вот если Ветхий Завет называет вот этих земных судей богами, то никто не считает это богохульством. И более того, люди, которые называются в 81-м псалме богами, они не поступали как боги, они поступали нечестиво. И если называть их богами не считается богохульством, то как может быть богохульством то, что когда я прихожу и совершаю не плохие дела, а дела своего Отца, и называю себя Сыном Божиим? И, конечно, очень важный момент вот в этом аргументе Иисуса Христа заключается в том, что когда Он процитировал 81-й Псалом, 6 стих, он добавляет фразу «и не может нарушиться Писание». И тем самым он дает понять, вот посмотрите, вот есть люди, которых называли богами, и это записано в Псалме 81, стих 6. И, между прочим, вы прекрасно знаете, что если Писание так говорит, то так оно и есть. Вы не сможете возразить на мой аргумент, сказав, «Ну, ты все это придумываешь, этого на самом деле не было». Иисус говорит, «Это было. Людей называли богами, и Писание об этом говорит». И никто не считал это богохульством. И вы знаете, что я прав, потому что это записано в Писании, и Писание не может быть нарушено. И если никто не считал богохульством, когда эти нечестивые люди называли себя богами, как вы можете обвинять меня в богохульстве, когда я пришел от Отца и совершаю добрые дела? Как вы можете обвинять меня в богохульстве? Это основной смысл ответа Иисуса на заявление тех, кто обвинил его в богохульстве. Что ж, теперь мы должны вернуться немного назад, и я сделаю то, что я обещал вам ранее. Вы помните, я обещал объяснить, что означает фраза «Единородный Сын», и сейчас подходящее для этого время. И чтобы правильно понять этот термин, надо увидеть в нем идею уникальности. Единородный Сын — это уникальный Сын. У Бога есть и другие сыновья, такие как люди, ангелы, и мы об этом говорили с вами. Но Христос — это Сын Божий в совершенно уникальном смысле. И здесь можно пойти еще немного дальше. Я хотел, чтобы мы это обсудили. Помимо этого, есть те среди богословов, кто усматривает в данной фразе вечное происхождение Сына. И среди богословов, которые так считают, Чарльз Ходж и другие. Что ж, позвольте мне кратко объяснить, что же имеется в виду под вечным происхождением Сына, и почему эта идея, на мой взгляд, ошибочна. А если она ошибочна, то вот этот термин «Единородный Сын» не содержит в себе идею вечного происхождения, а скорее содержит идею уникальности. Итак, прежде всего, что имеют в виду люди, когда говорят о вечном происхождении Сына?
Что ж, ранние богословы, богословы эпохи отцов церкви, полагали, что они должны каким-то образом объяснить вот эти фразы о том, что Христос — единородный Сын. И они понимали, что они не могут истолковать эти тексты таким образом, чтобы они означали, что было время в истории, когда Иисус не существовал, а потом стал существовать. Ибо в этом случае Иисус перестал бы быть Богом. Поэтому, что бы ни означала фраза «единородный Сын», она не имеет ничего общего с началом существования Христа. Но эти богословы рассуждали также так. Надо быть уверенными в том, чтобы никоим образом не намекнуть и не сказать то, что Иисус божественен, но не настолько божественен, как Отец. Итак, к чему же они пришли? Они пришли к идее вечного происхождения Сына или вечного зарождения от Отца. И вы, быть может, думаете про себя, ну что же это означает? Что ж, попробуем это как-то объяснить. Вот те богословы, которые выдвинули это понятие, они объясняют это так. Отец делится с Сыном божественной природы. И вот эта идея вкладывается в термин «единородный Сын». Но вот в чем проблема, класс. Как можно объяснить высказывание, что Отец делится с Сыном тем, что у Сына уже есть и всегда было? Потому что помните, что бы ни означало это вечное происхождение или вечное зарождение, оно вечное. И вот слово «вечное» добавляется как раз для того, чтобы не возникло впечатление, что оно когда-то началось. Оно всегда было. Но посмотрите, если это то, что было всегда, то Отцу незачем было делиться с Сыном тем, что было у Него, а у Сына не было. Ведь у Сына это всегда было. И поэтому, конечно, вопрос вот в чем. Да, я слышу высказывание «вечное происхождение Сына», но что же точно оно означает? Я слышу объяснение, что Отец делится с Сыном своей божественной сущностью, и при этом меня хотят убедить, что здесь нет никакого намека на начало существования, зарождения, когда что-то не существовало, затем произошло. И при этом также хотят избежать какого-либо намека на временную последовательность. Когда в какой-то момент времени Сын не обладал божественной сущностью, а затем Он начал ей обладать. Ведь если так мы это понимаем, то тогда получается, что Иисус не такой Бог, как Отец. Что ж, сейчас я хотел бы объяснить вот что. Идея о вечном происхождении Сына или извечном зарождении Сына — это ошибочная идея. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И причина того, почему ученые-богословы так долго придерживались этой идеи, идеи вечного происхождения Сына, и причина этого в том, что греческое слово, позвольте мне его написать, слово, которое переводится как «единородный», это греческое слово «моногенез».
И очень долгое время считалось, что это слово происходит из двух слов. И первое из этих двух слов — это «манас», то есть «один». И второе слово — это глагол «генао», который означает «родить». И вот, к примеру, когда Иисус говорит Никодиму, «Не удивляйся тому, что я говорю тебе, должно вам родиться свыше». И вот как раз там стоит слово «генао», которое переводится как «родиться». Поэтому предполагалось, что вот это слово «единородный» происходит от этих двух слов «монос» и «генао». А если именно это Библия говорит об Иисусе, что Он каким-то образом родившийся, то это надо как-то объяснить. Что же это значит? Вот богословы и предложили объяснение — доктрина о извечном происхождении Сына. Но вот интересно, что в 20 веке исследования в области лингвистики греческого языка, древнегреческого языка, открыли очень важный и значимый факт, а именно, что слово «моногенез» произошло не от слов «монос» и «генао», а произошло от «манас» и греческого слова «генос». Я думаю, я написал его правильно, но, быть может, здесь пропущена буква «у». И вот это слово не имеет ничего общего с понятием рождения или с чем-то подобным. И я думаю, что некоторые из вас могут распознать в этом слове слово «ген». И вот это слово, слово «генос», означает «вид» или разновидность чего-то, некую категорию. Итак, что же тогда означает это слово? Оно не означает «единородный», означает «одного вида», «уникальный». И получается, что Иисус — это Сын Божий, но уникальный Сын, такой, какого больше нет, нет подобного Сына. И если вы спросите, ну, как тогда можно продолжать верить в доктрину вечного происхождения Сына, тем более осознав, что вот это слово «моногенез» не происходит от слова «монос» и «генао». Что ж, не отчаивайтесь. Вам не нужно продолжать верить в эту доктрину, доктрину вечного происхождения Сына, так как она не представляется последовательной, если попытаться ее объяснить. Тем более, что слово «моногенез» не происходит от греческих слов «монос» и «генао», а от слова «монос» и «генос». И, следовательно, это слово говорит о том, что Иисус одного вида с Богом, Отцом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.